Итак, начнем с того, что я умер в Майнкрафте. Да-да. Я умер в Майнкрафте. Вы так, наверное, спросите, как ты умер в Майнкрафте? Как? А я вам скажу, сейчас вы все увидите. Да и если вы смотрели Салыча, а надо было смотреть, то вы видели, что был ядерный взрыв. И история начинается у нас именно на ядерном взрыве. Друзья, если вы видели его, то вы видели, что Савыч там нашел кое-что, а именно мою могилу. Да-да, это была моя могила, именно моя. Он не пошутил. Это была не какая-то шутка, так что вы уже что-то знаете. Но вы такие, а как же это произошло, боевой? Ты что? Как ты умер? И еще, я не снимал видео, потому что я не мог, я ведь умер. Я не мог больше снимать видео по Майнкрафту, целых 8 дней я не снимал, понимаете? Вот поэтому. Ну и вы наверняка. И кстати, вы увидели, что у меня рука другая. Да, это еще одна новость. Я поменял свой скин. Ну я покажу его вам, когда расскажу историю. Итак. Наверное, моя история начинается именно в этой самой деревне. Именно вот здесь. Ой, извините, жители. Начался ядерный взрыв. Да-да. Жители, конечно же, все починили. Где-то там моя могила. И вы. Итак, и все началось именно в этой деревне. И наша история начинается с того, что я просто вышел из своего дома и пошел в эту деревню именно к этому жителю, чтобы у него, которому, кстати, к тому самому жителю, который у Савыча видел, был, который единственный выжил. И в этом все, с этим всем связан я, как бы. И я у него пришел, чтобы заказать немного еды, у меня было изумрудов достаточно. Я пошел с телефоном, но у меня как бы я забыл зарядку. Поэтому без зарядки я просто не увидел новостей, что будет ядерный взрыв. Ну что ж, начнем нашу историю. Итак, начнется наша вся история с того, что я просто шел в эту деревню и вдруг наткнулся на зелье. Да, я удивился, это было зелье исцеления, и я очень удивился, так что, слушайте, там уже винили дома, кстати. О, я нашел зелье исцеления, круто. Может, оно мне понадобится еще. Кстати, надо посмотреть, перед тем, как зайти в ту деревню, надо посмотреть, что там по новостям, по моему телефону. Так. А, он разрядился, я забыл зарядку. И вот не надо откладывать, ребята. Я забыл зарядку. Ну ничего. У меня есть столько изумрудов. Пойду в деревню, короче. Сейчас дойду. Так, я почти нашел деревню. Итак, если я не ошибаюсь, то где-то дом жителя, которого это нужно, где-то там. Кстати, я подумал, и это зелье, наверное. Да, это. И нет. Нет, это не там дом жителя, надо его сначала найти. Еще этого жителя, этот дом. Я в жителях, если что, разбираюсь. Привет, житель, но ты мне не нужен. Так, вот. Здесь нет, интересно, где это житель? Это правда.
наконец-то нашел этого жителя. Вот ты где. Эй, житель, привет, привет. Привет, что ты нашел на свой дом? Житель, привет. Как дела? Хорошо. Ты говорил мне, что по телефону моему вот он... А, кстати, у меня... Кстати, слушай, житель, ты не поверишь. Я когда шел под деревом, нашел зелье исцеления. Круто, скажи. Да, очень круто, мой воин. Так вот, смотри, я пришел к тебе за едой, потому что магазинов у меня поблизости нету, а только деревья. Эй, куда ты уходишь, житель? Я с тобой не поговорил. Это странно, житель. Ну ладно, так вот, житель, ты меня можешь послушать, что ты продаешь за эти мои изумруды? Итак, ты не продаешь ли ты? Нет, продаю, просто в видео не показывается этого. А, ну хорошо, тогда жить, хорошо. Короче, ты... я хочу, чтобы ты мне продал немного хлеба, там, короче. Сколько тебе нужно изумрудов? Целый стак. Так дорого, ну хорошо, ладно. Вот, держи, житель. Вот, забрал. Хорошо, житель. Молодец, что их забрал. Ой. Ну, это житель, конечно. О, они даже... Вот, держи, житель, вот. Эй, дай мне еду, житель. Хорошо. Итак, сейчас пойдем в его дом. Так, только надо ему не сначала все-таки еды взять. Эй, житель, давай сюда еду. Вот, на тебе твою еду, давай свои изумруды. Хорошо, житель, давай сейчас отдаю тебе, вот, держи, хорошо, все, пойдем. Итак, пойдем в твой дом. Идем. Так, давай заходи в свой дом. Житель, заходи. Хорошо, вот. Итак, ребята, я пока что жителем спустился, и вдруг начался дождь. Странно, почему? И гром почему-то я только что выремел. Я не успел включить камеру. Странно. Иду. Что? Где житель? Они изумруды летели. Стоять, парень. Крипер. Горен, что ты деревню не охраняешь? Что-то начинается плохое. Итак, я забежал в деревню. Ой, здесь зарядка есть тоже. Подзаряжу пока что свой телефон. Итак, подставлю на пол. Итак, ребята, я только что зарядил свой телефон и посмотрел новости. И у меня просто прошли плохие новости. Кажется, начинается ядерный взрыв. А у меня ничего для этого нету, кроме только... Торт, конечно, торт и все, торты, еда и что? Кстати, это деревня Савыча, в которой он живет, может к нему пойти, к нему, хотя не стоит, ведь там монстр ходит. А, что ж мне тогда делать? Хотя стоп. Здесь, возможно, мне пока что пожить хорошенько. Вот. Пока ядерный взрыв поднял в самом разгаре. Эх, зачем я не поставил? Зачем я не поставил на зарядку телефон? Если бы я его зарядил, то было бы другое дело. Зачем я бы его зарядил? Было бы все другое дело. Хорошо, так, надо очень осторожно... Пробежать к этому жителю. Так. Бегу. Так. Монстр как раз. Сейчас ночь. Монстр как раз гуляет по деревне. Надо найти какого-нибудь жителя. Я включу камеру, когда найду. О, кстати, в этом сундуке что-то есть. Так. О. Это хорошо. Это хорошо. Возьму. А, еще такой банк, я вижу.
Так, это и это. Хорошо. Так, я надену эту кошку. Так. Так. И вот возьмем сейчас еще железный какой. Шлем не есть, кстати. Да, есть. Блин. Итак, я готов сражаться с мобами. Так, ну так, пока я там на взрыв, скоро может все взорваться. Надо быть осторожнее. Надо бежать в какой-то дом. Ой, жители здесь вообще. Вообще, это зомби. Жители, это ты тот самый. Разбудись, вот. Зачем ты меня разбудил? Ядерный взрыв начался. Житель, что ты спишь опять? Ядерный взрыв начался, ты понимаешь? Я за тебя, если что, посплю, если ты так хочешь, но я не могу. Житель, ты что? Чем ты ушел? Здесь ядерный взрыв начался. Ну что за этот житель такой? Вот что с ним такое? Ладно. Так. Житель. О, так, я чувствую взрыв. Сейчас начнется апокалипсис. Я слышу ядерный взрыв. Савыч, там уже, наверное, подготовился в этой деревне. Я не смог найти его дом. Так. Кажется, этот дом сейчас ударит по мне. Так, нет. Доставить записку жителю на моем телефоне. Так. Чтобы, если он выживет, дать ему вот это зелье. Ой, я сейчас, кажется, умру. Так, я положу этому жителю в сундук все мои вещи, чтобы он смог. Ой, я, кажется, не смогу. Так, держи жить. Так. Нет. Так. Итак, поставим нашу историю на паузу и смотрите. Вы, наверное, подумайте, как все закончилось, все. Да, я умер, но это не конец. Житель, конечно же, пришел, забрал, поэтому он выжил. И даже похоронил меня, и даже Савочу все сказал. Вот. Так что житель, конечно, очень хороший, но вы хотите, конечно же, узнать, а почему, а как я выжил? Ну что ж, сейчас вы все узнаете. Вот такая у меня была могила. Видите, я без руки, так что я просто смотрю на свою историю. Я правда оставил наследие своему коту, правда. Был 2012-13 подписчиков. И вот там прям я находился. И давайте переключимся туда. Где находился прямо я. И вдруг я просыпаюсь. Что произошло? Не понял. Где? Факел? Что? А? Что зря? Что происходит? Ребят, что происходит? Стоп! Что? Где? Что происходит? Я, кажется, в могиле. Я реально в могиле, вы хотите сказать? Ха. Прикольно, но плохо. Я вспомнил. И тогда я вспомнил, что я отдал жителю зелье, а потом обрывок памяти в то время умер. И потом, не сейчас, не в это время, которое смотрим, а потом я узнал, что
как бы то ни было, но я выжил не то, что у меня сильный желудок, не, может, реально сильный желудок. Я выжил благодаря марсианину. Да. Выжил благодаря марсианину. Мне это рассказал Савыч. Там был и добрый марсианин, добрый тоже. Но он видел мое тело там, и он решил сжалиться и спас меня. Он спас меня, понимаете? Этот марсианин был очень добрый, и вот сейчас, вот это все. Я выжил, нелок нашел, да-да. Зачем-то зашел в стойло, закрыл за собой дверь и закрылся. Очень странно. Все это говорю, думаю, точно заметили что-то. Пока, Сашка, тебе ханы. Тебе здесь едят. Я выпил ту свинью, что тоже плохо. И давайте мы сейчас вернемся в настоящее время. В настоящее время, и там я вам все расскажу. Давайте же вернемся наконец-то в настоящее время. Я уже устал рассказывать вам всю эту долгую историю. Я устал, вам устал. И давайте вернемся все-таки в настоящее время. Итак, мы в настоящем времени, ура, наконец-то. И думаю, вы точно заметили, что что-то изменилось. Да-да, скин мой. Вы ждали этого целое видео. Именно в этом я покажу вам, что мой скин изменился. Да, изменился мой скин. Но, кстати, мне стало вдруг очень интересно посмотреть, что вот здесь. Что житель оставил? Все-таки мои вещи все-таки. Мне ж надо выживать. Я тут возродился, рассказывать вам всю эту историю. Я теперь в Майнкрафте смогу дальше снимать. И да. Только зельки я... Но главное, что все остальное осталось. Это очень хорошо. Забираем печеньку, забираем железный слиток на всякий случай. Кстати, а где моя броня, которую я носила? Ага, кажется, кое-кто забрал ее. Ну ничего, главное, что житель выжил и достроил все это. Все это благодаря мне и, конечно же, жителю. Ой, я спалил свой скин. Вы так этого ждали? Пожалуйста, не ставьте на паузу. Я хочу вам сейчас, чтобы это было эпично. Я вам сейчас покажу скин, чтобы это все было эпично. Только надо в этих лабиринтах найти выход, наконец-то. Где тут выход? Вы можете мне сказать? Пока, голем. Я успел. Итак, ну что ж, теперь настанет момент истины. Давайте же я вам покажу мой скин. На раз, два, три. Да, вот такой у меня скин. Согласитесь, красивый, нормальный, да. Красивый. Мне, если честно, понравился вот такой я с мечом. Прикольный, красивый. Теперь вы старого моего скина больше не увидите, только там, например, в историях, где он будет появляться, где я буду рассказывать про всякое старое, все, что было. Вот. И мне надо уже валить из этой деревни, да-да. Мне надо валить из нее. Очень сильно валить. Так. Друзья, у меня очень плохие новости. Я только что попрощался с деревней, зарядил заодно свой телефон. И там жители сбегают из этой деревни. Уже тот житель, который мне помог, он сбежал. Что? Так, мне надо посмотреть новости. Так, что же произошло на телефоне? Я его зарядил. Так, срочные новости, что? Зомби-апокалипсис? Чего? Зомби-апокалипсис?